В Самарской области формируется реестр некоммерческих реабилитационных центров для наркозависимых. Единая база будет полезна не только для потенциальных пациентов, но и для самих НКО. Те, кто пройдут отбор, получат возможность претендовать на господдержку. О создании единой базы рассказали во время круглого стола. Его посвятили проблемам социальной реабилитации наркозависимых. Как отметили специалисты профильных ведомств, за год в регионе количество людей, употребляющих запрещенные вещества, сократилось почти на 6%. Впрочем, Самарская область все еще в лидерах ПФО по этим показателям. Повлиять на статистику в том числе сможет и единая база некоммерческих организаций. Однако в прошлом году из трех десятков НКО в конкурсе приняли участие только 5. Правительство Самарской области и губернатор Самарской области постоянно, если вы видите, везде обращают внимание на эту проблему. Заявилась одна некоммерческая организация, которая уже сейчас работает с Министерством здравоохранения и получает бюджетные деньги за ресоциализацию граждан. Они в прошлом году у нас прошли в этой организации 18 человек, на сегодняшний день уже более 30 человек направлены в организацию. Несколько человек выбыли по различным причинам. На данный момент 8 человек уже выписаны, 2 человека ожидают, не выписаны, а закончили курс ресоциализации. 2 человека заканчивают этот курс ресоциализации.